Приветствуем вас на канале «Серебряная птица». Сегодня на ваших экранах коллекция новинок филигранных украшений. Приятного просмотра! Открывают видеообзор серьги и кольцо с зернением. Без вставок, покрытие оксидирование. Замысловатый узор будоражит воображение. Тонкие, изящные линии придают изделиям необычный вид. Этот комплект легко приковывает к себе взгляды. Следующая модель – комплект украшений с природными мотивами. Изделия выполнены без вставок, в покрытии оксидирования. Нежный ажурный рисунок передает изображение листа, символа природы, свежести и жизненной силы. Этот мотив никогда не устареет, как и роскошная техника ткани. Комплект сохранит свою актуальность десятилетия. Смело добавляйте его в свою шкатулку. На ваших экранах находка для любительниц изысканных и трепетных форм абстрактных узоров. Изделия выполнены без вставок, в покрытии оксидирования. Замысловатый узор уводит нас за грань привычных образов, привлекая внимание своей художественной эстетичностью. Наша следующая модель – широкий акцентный браслет без вставок в покрытие оксидирования. Крупные элементы ювелирного изделия с креативным геральдическим узором призваны сделать свою обладательницу центром внимания. Еще одна новинка для любительниц природных мотивов – серьги и кольцо без вставок в покрытие оксидирования. Техника филигранного кружева позволяет мастерам не только создавать фантазийные узоры, но и делать каждый из них не похожим на другие. И каждый орнамент по-своему прекрасен и изящен. Следующая модель – комплект с цветочным мотивом, выполнен без вставок в покрытии оксидирования. Нежные, минималистичные украшения состоят из декоративных элементов двух видов – зеркальных полированных лепестков и одного декорированного ювелирным кружевом. Обратите внимание на изящность и женственность этих украшений. В заключении сегодняшнего обзора мы рады приятно удивить вас еще одной новинкой – набором украшений со сканью и вставкой из искусственного кошачьего глаза. Шикарное сочетание дымчатого камня и филигранных цветочных узоров создает мощный акцент. Крупная вставка с отливающей матовой поверхностью придает образу особую глубину и загадочность. Уважаемые зрители, не забывайте оставлять комментарии и делиться своими пожеланиями к нашим будущим обзорам. До новых встреч!